мировой марафон, который посвящен величайшему русскому хоромейстеру Александру Васильевичу Свешникову. Мне бы хотелось от всей нашей команды, от всего нашего оргкомитета, от учредителей конкурса поблагодарить наше замечательное жюри и вручить им наши благодарственные письма. Это, конечно же, Петрову Алексею Кирилловичу, который сегодня возглавлял жюри второго дня. Финашеву Александра Александровича. Благодарю. Конечно, наши постоянные члены жюри на многих конкурсах, Кондратьеву Валентину Георгиевну, многолетнего председателя музыкального общества Московской области. Ну, вчера еще с нами была Ольга Борисовна Ушакова, она возглавляла жюри первого дня, мы ее тоже благодарим. Еще раз всем огромное спасибо за то, что нашли возможность финансовую, творческую возможность, организационную, найти время, приехать, досидеть до конца, дослушать все коллективы. Действительно, как сказал сегодня Алексей Кириллович, мы рождаем с вами новую историю хорового движения России. И пусть это будет так. Спасибо, Александр Васильевич. Спасибо. До свидания, до новых встреч.